Итак, всем привет, с вами я, Первый, вы продолжаем проходить GTA 3. У нас очередная миссия за Асоку, давайте посмотрим. Мария и я пошли шопинг. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Если он вылазит из тачки, каким образом вы прикрепили к нему маячок? Увидел бы это. Ну, он все-таки вышел, получается. Ну, сейчас мы это и узнаем. А потом надоем. Это вообще очень бешеная миссия. Тут надо действовать очень быстро, и если все не сделать грамотно, как надо, то сами понимаете. Так, готовы кинуть гранату. Упс. Кого я задел? Прошу прощения, мент. Как только мы атакуем его, за нами выезжает целая бригада ментов на 4 звезды. И, в общем, мы начинаем гонять с ним по городу. Да стоять, говорю. За мной кого только не прислали. По открытым дорогам ездить нельзя, у них крупное преимущество на них. Да, закон ментов. Тачка мента всегда будет быстрее тебя. Отлично, и менты свалили подальше отсюда. Вот такая вот миссия, в которой нужна реакция и скорость. Ну а на этом пока все. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, чтобы видеть больше таких роликов. Ой, миссии за Асоку закончились. Ну короче, с вами был Пэйв Первый. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, добавляйте видео в избранное. Также делитесь с ним и ждите новеньких серий. Всем пока!